Мы собрались сегодня здесь для того, чтобы защитить интересы моего мужа против участкового поселка Теренцай, против которого Следственный комитет сфальсифицировал уголовное дело. Для этого у меня есть все основания, чтобы так говорить, потому что я знакома с материалами уголовного дела. Дело в том, что мой муж работал на участке 16 лет. За 16 лет он неоднократно был лучшим участковым в районе, скажем так. Теренцай – это вообще у нас один из наиболее сложных участков.